Здравствуйте, меня зовут Зяблинская Римма, и я хочу немножко рассказать о своем дедушке. Карпов Владимир Прокопьевич, 1922 года рождения. Пропал без вести в Польше. От него было два письма из Польши. Похоронка пришла, но не на Владимира Прокопьевича, а на Владимира Александровича. И поэтому родные и близкие уверены были, что еще увидеться с Владимиром. Следующая песня была «До матери». Я хочу посвятить всем ветеранам минувшей войны. С праздником! Постарела мать за столько лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безумно. Не пришло. Раз село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его с собой. Все боялось, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки, Алексей, просили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог.
дома все и чудилось кино. Все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.